известна дата установки памятника на могиле Юрия Шатунова. Знаменитый певец и кумир 90-х, исполнитель мегапопулярного хита «Белые розы» Юрий Шатунов скончался 22 июня 2022 года. По официальной версии, причиной внезапной смерти певца стал обширный инфаркт. По завещанию Юрия после смерти он был кремирован. Часть праха певца захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другую часть близкие певца увезли в Германию, где последние годы Шатунов жил с семьей. В настоящее время на могиле Юрия в России установлены крест с табличкой и портрет певца. Место его упокоения постоянно утопает в цветах, которые продолжают приносить поклонники. Но уже скоро на могиле Юрия Шатунова будет установлен памятник. По информации директора «Ласкового мая» Аркадия Кудряшова, дата его появления будет приурочена ко дню 50-летнего юбилея Шатунова 6 сентября 2023 года. Это будет двухметровая бронзовая скульптура Юрия в полный рост, улыбающегося, с микрофоном в руках. А сама скульптура будет установлена на метровом постаменте из черного камня. На постаменте будет подпись Юрия, такая, какую он обычно раздавал в своих автографах поклонникам. Продумано и расположение микрофона в руках певца, у самого сердца. Ведь каждую исполняемую песню Шатунов пропускал через свое сердце. Макет памятника мы можем увидеть уже сегодня. Он был выбран из нескольких вариантов семьей Юрия Шатунова. Кроме того, в Оренбурге, недалеко от детдома, где жил и воспитывался Юрий Шатунов, планируют установить совместный памятник ему и композитору Сергею Кузнецову, автору шлягеров «Ласкового мая». Сергей Кузнецов скончался через 4 месяца после смерти солиста группы 7 ноября 2022 года. Монумент будет выполнен в виде фигур музыкантов, стоящих в обнимку. Напишите в комментариях под видео, как вы считаете, достойно ли памятник будет у Юрия Шатунова, и что вы думаете по поводу общего памятника музыкантам «Ласкового мая» в Оренбурге.